Так, ребят, всем здравствуйте, всем добрый день. Ну чё? Зомби, короче, тут последний босс, пацаны, немножечко это. Подождите-ка, я смотрю, мне что-то надо тут... Дайте-ка я сейчас свет поправлю, а то я смотрю, тут меня всё-таки засвечивает. Сейчас я чуть-чуть поправлю свет. Так будет получше. О, а то что-то, конечно, капец какой-то. Короче, надо с последним боссом разобраться. Тут, короче, подсказал человечек, который заказывал реквест. Там на уровне, где... Ну, короче, этот 46 уровень сразу. Там за лесом, за горой. В общем, за деревьями там есть эти штучки. Колбочки и все остальное. Поэтому, я думаю, сейчас мы эти бонусы соберем, и тогда босса, в принципе, я думаю, повалим. Потому что есть возможность там собрать две колбы. А это как бы уже будет, ну, посерьезней. Плюс сегодня ждем DLC Cuphead, поэтому я чуть пораньше встал сегодня. Паша, привет также. Майл, здорово, ребят. Всем-всем здравствуйте, да. Вот, поэтому как бы еще попробуем. Я думаю, развалим. Вот, в идеале было бы, конечно, еще Cuphead вышел DLC прям с ходу, да. Вот мы сейчас босса как бы валим. Выходит Cuphead DLC, и мы еще сразу Cuphead DLC забираем. Это прям план был бы вообще прям супер бомбический, вот. Но есть ощущение, что Cuphead выйдет, наверное, где-то в то время, как мы будем... запускать МК, вот что-то такое. У него очень странная тема, на самом-то деле, по поводу вот этих, как его, DLC. Они все время вот ставят дату, да, вот, и у нас как бы это почему-то 30 число заканчивается почти в конец дня. Так. Поехали. Так. Я, честно говоря, думаю, что мы за счет этого штуки пройдем. Макс, 42, спасибо за фоллоу на Трова. Так, а шо у меня тут? А, это мы смотрели этот, как его. Может, вчера смотрели спидранчик. Так. Чё, блин? Так, окей. Заспанный, так понятное дело еще. Только не проснулся. Так. Блин, а где же вторая красная? Подожди-ка. Подожди. Сейчас, секундочку. Сейчас, по центру. Что эта жаба унесла вторую красную. Походу спер. Нет, все, есть. Есть, пацаны. Вот ща пройдем. Две красных колбы есть. Ну все, эпик. План капкана есть в деле. У меня базуки маловато, как бы. Но мы ее, в принципе, там на следующем уровне чуть поднимем. Так. Привет, Кашир. Здорово, Том Андерсон.
Да, зомбаки, конечно, эпик. 19.35 выйдет? О, 19.35, ну значит мы в 19.35 запускаем Cuphead и потом играем в МК со зрителями, как бы надо. Здорово-здорово всем, ребят, кто здесь, спасибо, что присоединились. Блин, все, вот сейчас мы должны есть. Спасибо человеку, кто заказал игру, что подсказал, где есть еще тут красная колба. Блин, что я сделал? Я кнопку перепутал. Давай, башка, слазь. Одну базуку оставить там. Блин, тут вот этот ход, проход, конечно, найти. Так, ну вроде бы сейчас вообще супер идеально все идет. Прям вообще идеально. Да, я решил забрать этот книг. Я подумал, что я слишком много сил вложил, чтобы отдавать. Вот, поэтому надо как бы добить. Сдаваться слишком поздно. Ну, то есть, все практически пройдено, и сдаться на последнем шагу, это как бы некрасиво будет. Так, ладно, поехали. И главное тут кнопки не перепутать. Сделать все красиво. Так, есть. Сколько тут уровней? 48. Так, надо всех троих за адрес сейчас. Есть, все. Иди сюда. Блин, то, что эти не все вылезли, тут мне не нравится. Дядя, спасибо за фоллоу. Да, второй день конфу без передых. У меня как бы есть две колбы, даже две таких будет колбы, которые эти, как его, еще две левых колбы будет. Даже три левых, которые могут по сути сработать и тоже дать бонус. Я думаю, должен хватить, чтобы этого босса развалить. Где мой червяк? Вылазь, крокодил, блин. Ну вы серьезно, блин? Да вылезь ты уже. Где он? Блин, ну что за подстава? Камон. Громозека не вылез, короче. Ладно. Есть на вариантик другой, ничего страшного. Так, сейчас у меня там, я знаю, тут можно два ключа собрать на изи, так что тут все нормально. Тут главное сейчас этого паука с собакой, эту крокодилью, завалить по-быстрому, и тогда будет все нормально. Тут два ключа, я знаю, где лежит вообще, без проблем, так что в принципе... Проблем нету. Mm-hmm.
один здесь внизу, второй прям перед выходом. Выходи, надеюсь, я был. Да, блин, привет, спасибо за фоллоу. Да вчера мы тут сидели до 5 утра, блин. Я не осилил, но сегодня, я думаю, я осилил. Мне уже просто подсказали, где можно в первом уровне взять там пару колбочек еще. Иди сюда, блин. Ладно, иди сюда. Блин, Джейпер здесь. Так, давай его заджимим, пацаны. Че он, блин, против Джейперов? Трэпа сейчас ему сделаю. Сюда иди, собака ты гнилая. Еще одна, блядь, колба, сюда. Ты че, блядь? Собака, а? Блин, далеко от меня ползает. Блин, это колба вообще сейчас... Блин, надо было, наверное, все-таки... Кусты эти почистить, не кусты, а паутину, наверное, все-таки сбрить для начала. Так, ладно, тише, тише, у меня еще и две колбы есть. Ну давай, детка. Так, это что такое? Это что за колба? Какие-то черевки. Короче, что-то зависло, блин. О! Отвисло. Давай, 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 сделай. Так, ускорение. Надо газончиком хотя бы просто пока сбрить всю эту тему. Ну давай, превратись в животное, нет? Да сдохни ты уже, ё-моё! Блин, эти паучки, блин, червячки, всякая херотень тут, блин. Блин, из трех колб не сработала ни одна, ну это, конечно, пипец, блин. Видно, две красных-то у меня есть, как бы, мне надо... А, подожди, а почему у меня только одна красная? Вот здесь же лежала вторая красная, что за бред? Ладно. Привет, да нормально все, Алексей? Так, блин, пока они тут...
Да, я не пронес. Все покрали, что ли? Да это пипец, блин. Блин, да где колба, я не понимаю. Опять что ли украли, блин? Бля, да что за бред вообще? Да не с какими сейвами, это с паролем я играю, просто чтобы пароль не вводить 10 раз, блин. Это пароль, уровень пароля. Алексей, подожди, да. Прочитаем, да, все. Аркадный эмулятор, поиграть в другие игры, помимо КВВФ. Да, можно, игру просто закидываешь в эмулятор и поехали. F5 потом нажимаешь, там где список игр и все. Задолбал носить, блин. Здорово, Феникс. Да, так понравилось, что решил пройти. Блин, ну просто без второй красной колбы тут Андрей даже, блин, дергаться начинает смысла нет. Блять. Такой бред. Я знаю, что их можно перескосилка, тут не в этом вопрос, тут надо успеть собрать колбы. В этом вся история. Блин.
Непонятно, блядь, как это сделать. Как у меня получилось первый раз, я хер знаю. Блин, ну конечно хотелось бы еще две этих взять. Две рандомных. Как бы это прям пипец как надо было бы сделать. Ну, по вкусу, спасибо за поддержку. Снова рад видеть. У меня кореш сидит, говорит, игра топ. Объясни, почему, но... Ну, сейчас, все нормально. Игра топ, мужики, вообще вопросов ноль. До того момента, пока ты в нее не поиграл, и с детства. Не, я так понимаю, что Кореш говорит, что игра топ, потому что он ее не проходил. Ну, это ж всегда, то есть вчера тоже такие были люди. Игра топовая, мы просто вдвоем доходили до половины игры, а так-то вообще игра топ. Это понятно. Ну, даже исходя из того, что, посмотри, муравей подбегает в упор, я не могу с базуки его подстрелить. Он подходит в упор, и я в упор уже не могу. И пробежать от него я не могу. То есть он тебя зажимает, и все. Вот как бы в этом весь прикол максимально топовой игры. Так, вторая часть этой игры еще есть? Да вы смеетесь, что ли? Я еще самоубийца. Здорово, Джина. Куда я попёрся? Базуком как бы всё окей, блин, тут вопрос. Да, я забыл Кухера, буду ещё взять в центре карты. Эти лабиринты, блин, закалённые, блин, попробую только вспомнить, где там был этот момент. Где там еще этот ключ, кажется. Фростпанк? Фростпанк проходил. Но даже исходя из того, что видит на экране, разве не понятно, что игра супер топ? Как бы поделим, конечно, шанс, что выпадет именно то, что нужно, блин. Когда факторию больше не будет, меня пожалели, сказали, можно не добивать. Гуль-патруль, вторая часть. Не, спасибо. Если только кто-то опять хочет поиздеваться за реквести, так я не хочу играть по собственному желанию во вторую часть этой игры. Вилки, ложки, ну, бесполезно. Да, да. Если бы мог быть в крафчик еще что-нибудь выпало, но тут фиг, что-нибудь они выпадут. Ладно, поехали.
Undown, да, играл. Undown тот, да. А, где там остальные еще вещи? Вот гранатами надо как бы того босса еще зачерпать. Всем привет. Поздравьте. Ой. У меня сегодня днем. Ура. Ой, Дима Белкин, поздравляем тебя с днем рождения. Спасибо большое за поддержку. Давай там расти большой, как говорится. Чтоб все у тебя нормально было. Если не секрет, сколько исполнилось. Ладно, здесь попробуем. Хитбокс в игре это прям конек этой игры, это хитбокс. Это же понятно было изначально. Ой, видишь, еще и Павло. Сегодня прям муха на нюхе. Серьезно, ключ выпал отсюда, серьезно там? Блин, а зачем я сюда? Попробовать открыть? А смысл? У меня нету больше таких ключей. Я лучше его поставлю. Там как бы типа два шкафчика. Но у меня... А, у меня есть базука. Слушай, давай попробуем. Может быть там что-нибудь будет годное. Причем я сомневаюсь прям сильно. Так, блять, ключей. Говно ключей настреляли мне. Очки всякая шляпа, короче. Короче, ничего годного не кидали вообще, ничего абсолютно. Одна дресня. Этим типа зато получилось. Лучка, это вопрос на миллион. Как тут не поехать с саундом? И ни хрена тоже, да? Ну вы собаки. Ладно, там с боссом надо что-то будет думать как-то. Две колбы на них хватает. Ну, блин, есть, конечно, шанс, что одна из колб опять будет, ну, как бы на великом рандоме затащить. Ну, хрен знает. У меня как бы возит гранат, как бы, блин, ну, я как бы должен затащить гранат, как бы возит же Борис. Ну, я хрен знает. Сейчас, подождите, мужики, чат пока не читаю, там, блин. Спин.
Наверное, после первой колбы надо будет этот, как его. Просто газонокосилку попробовать раз. Немножечко тут это раз. Ну. Расчистить. Всю эту паутину. Потому что не хотелось бы тут вот просто вот, вот такой вот момент, когда просто на месте стоишь. Блин, у меня что, одна жизнь что ли была? По вкусу. Ну вот, как бы, вопрос, вот, почему игла классная, то есть, вот он, смотри, в упор стоит, я его не могу с базуки снять, и обойти его не могу. Вот как я должен с этим вот муравьем справляться? Слово габу здесь здорово. Ретро классика это, блин, что-то с чем-то. Блять, уже все попиздили, ё-моё. Какой бред вообще. Ну, Илья, спасибо тебе, Гармат, за донат через... Через этот, как его, телегу, спасибо большое. Так. Топ-гейм. Тоже надо брать. Вот один апс здесь. Аптечку, блин. Гнилая собака уже аптечку взяла. Thank you.
вопрос. Второй колбы красный как бы остается открытым, блин. Вроде, блин, не знаю, где лежит, но, блин, уже спиздили. Плохо было бы же взять, конечно, и жизнь, и еще пол красный. Блин, на мапе мне скинули мапу просто этого уровня. Но тут что-то нихера нет, блин, то как на мапе нарисовано. Криво здесь пытаюсь взять. Либо эти крокодилы просто что-то покрали. Есть. Блин, там еще одна жизнь была, но тут я уже, наверное, хрень я возьму. Все равно, блин, две жизни, блин, и колб мало. Я даже рандомный колб не взял. Привет, а ты играл в Battle Master? Если играл, расскажи, какой там финал. Если нет, то попробуй поиграть. РПГ с элементом стратегии вроде. Вера, спасибо, Громад, за 100 рублей, за поддержку. Не, я не играл в Battle Master, если честно, поэтому без понятия, что за игра. Как бы жизнь только хапнули, ну, блин, попробуем. Спасибо за поддержку. Не играл. Не знаю, честно говоря, что там про что вообще. Блин, я как бы... Значит, просто жизни попробую, типа, выжить. Я хрен знает. Получится, конечно, не получится. Да, блин, не мешай. Не знаю, только там были в этих гайдах, они проходили этот червя с базуки, он забирал. Знали факторию, блин, да там есть дядя ракеты еще, блин, хреново тучи часов на факторию. Так. Блин. Как бы, блин, если бы тут червя вот этого завалить с помощью этой базуки, но я не умею. Попробовать что-либо.
У нас как бы было бы тогда... Мы бы сэкономили одно это зелье как бы. Ну хрен получится. Ладно, мы попробуем, может быть, просто здесь что-нибудь хапнуть за счет базуки. Ну, именно здесь, может быть, лут какой-то выпадет, что-нибудь хорошее. А не, я не буду ничего сохраняться, собирать от базуки. Там сложно, Мондеры, в том-то вся проблема. Да не, шепот, куда без перерыва? Не, я ж поспал. Давай, баланс. Сейчас попробуем с правой стороны там что-нибудь подсобирать. У меня как бы там, в принципе, жизни и все есть, как бы. Там из базуки, точнее, не из базуки, а с гранат попробовать паука там еще завалить. Если получится, будет прям вообще такое. Не, ДНФД даже не рассматривал. Тем более он стоит конских денег, это вообще не вижу смысла. Ну вот, вроде как бомбочки есть, да. Очки, это тоже херня. Здесь вот как побольше. Малини? Снова здорово. Решил добить эту игру. Мужик, немного поддержу. Ой, Малини, спасибо, 500 рублей, спасибо тебе громадное. Да, я решил, думаю, что как бы слишком рано сдаваться, как бы еще последние боссы тут дошли. Как бы надо все-таки его развалить. Так, а внизу я там все посмотрел. Может попробовать внизу что-нибудь еще там взять, пацаны? Давайте попробуем. Просто, блин, там как бы че паука валишь, потом вылазит голова. Голова там вроде изи уже. Босса этого властецкого. Да вроде как и запасы, и пули, все есть. А, там нужен этот ключик один. У меня 3, там 2, 1. Ну ладно, давай попробуем как бы. В принципе, ключей нам хватит. О! Блин, вот эта колба, есть ощущение, что она именно та, которая нужна. Музыка, блин, в игре вот такая, да, добро пожаловать. Психоделики. Блин, ну ладно. Великий рандом должен порешать. У меня только один ключ? А почему у меня только один ключ? 2, 3, 4. Ну, вроде должно хватать. Ключам вроде должно хватить. Да, да, башка водной пистолет, я видел, я видел. 2, 3, 4. Ну, вроде все нормально. Ну,
Блин, кто в кого, блин? Я этот, блин, видимо. Тут очень сильно, конечно, повезет из-за того, как будут попадать мои кулаки. Если я буду нормально бить, то как бы будет окей. Если я буду мимо кассы, то это как бы до свидания. Как сейчас я застрял, а этот Кирилл должен ко мне не подходить. Да, пипец. Как бы, конечно, помочь нам заюзали. Урон не сняли, по сути. Стою на нем, не могу ударить. Ну, это, конечно, игра по про хитбокс, это факт. Слушай, если он тут застрял... Вот если бы вот так вот он до этого подзавис, блин, надолго, на месте, на первой колбе, вот это был бы как бы топ, конечно. Это падло шевелится, как я не знаю, что постоянно. Да, бля, перевернись ты там! Пиздец, куда я там бью? Бля. Что можно ждать от этой игры? Бля, конечно. Не, ну это круто, с газонокосилкой застрять в этой херне, бля. Херня, которая косит, и ты все равно с помощью этой херни застреваешь в текстурах. Не, ну это сильно, чё. Бокс в игре называется «Мое почтение», блин. Давай, колба, ну сработай, я тебя умоляю. Привет, привет, Малини. Спасибо тебе большое за поддержку. Спасибо, нормально. Так, ну давай, 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 давай. Ну вот это колба, ну я тебя прошу, давай, давай. Мансить тут вообще ни хера не выходит, блин. Этот, блин, херню свой кидает, блин, бесконечно, блин, этот вампиреныш гребаный. И он, конечно же, бессмертный. То есть ты убиваешь, он опять, блин, перерождается, блин. Ну, вот как это говно пройти?
Ну я не знаю, блядь, ну. Так а что толку крест от вампира, блядь? Ты его делаешь, он все равно перерождается вампир, да. Понимаешь, поэтому то, что ты как бы крест взял, это как бы ничего не решает. Понимаешь, вот в чем вся история. Эти говнари уже колбы все попокрали, да? Я не знаю, тут только если, блин... Пробы червя завалить с помощью базуки. Ну, я хер знает, это, конечно, сделать надо быть монстром, да? Еще и жизни не взял, прошлый раз жизни миллион в хап. Не знаю, Кола, как это сделать, чтобы вампир не появлялся. Да, Димарик, игра прям топовая. Я не знаю, или в этом уровне попытаться без колбы, ну без колбы, именно просто за счет базуки как бы разжиборить, как вариант. Здесь вроде как базуки хватает. Хотя хрен знает, там столько ударов надо сделать. Привет, Александр. У меня 12 выстрелов осталось. Не, Вондер, ты убиваешь вампира, он опять вылазит, это бесконечно. Ну это понятно, да, Марин, я просто ж идею заложил. Блин, может быть, давайте попробуем реально здесь без колбы. Хватит у меня базуки или нет? Ладно, давай попробуем все-таки этот заход как бы уже израсходовать, да? Просто здесь как бы сохранить, но я не знаю, опять же. Там, может, с колбой надо и 100 часов его бить. Я не знаю, сколько этого босса надо там. Может, там и 4 колбы не хватит, там хер его поймешь, этого босса. Он же реально какой-то здесь, блядь, ну, неубиваемый, непробиваемый, блин. А, два глаза светись, то есть там даже какое-то есть отображение типа урона? 2 из 5? Да ну на. Ладно, давайте попробуем здесь этого развалить. Червя с помощью базуки, только я... А не, какой... Завались мое почтение, называется.
как эти спидранеры могут из базуки, блядь, убить одним. Вниз. Вернее дело, пацаны. Ладно, тут, наверное, походу придется действительно попробовать второй уровень просто без зелья, как бы, конечно. Дракулу можно убить, он не прилетит. А каким образом он его убил? Луква, каким образом он его убил? Здорово, Беляш. Так, трэпчик начался. Крестом заспамил его. Я попробую, так у меня креста нет. Надо искать, наверное, получается в этих пирамидах сейчас, как бы, искать крест. А босс он как завалил? Клюква. Как он босса валил? Каким оружием? Звероформа, его заспамится. Ну ладно, ничего. Thank you.
Тут не помирает вампир. Можно с этим, блин, газонокосилкой застрять в куске где-то херни, блин. Ну и смотри, где у них тут эти глаза, и действительно ли они тут закрываются, открываются. Но игра, конечно, не про хитбоксы, это прям, да. Да, действительно, вон там глаза эти закрывают. Бля, да как вы заебали меня, реально, блядь, тараканы эти. Второй уровень пройти без использования колба. Говнина. Бля, и все, да, и он унес, и все, и пиздец. Говнарь колбу унес, бля, ну такое пиздёж, такая пиздёж просто, а не игра. Все, я типа не успел. Морозко. Насколько я заебался вчера с наскоку, поэтому не пискать без наскоку.
Бля, ну это бред, блядь. Эти хуилы все уже попиздили, ну. Он говорит, что это говно, блядь. Нет огнетушителя, понимаешь? Вот этот чел, который там... У меня говорит огнетушитель, а у меня это совсем другая тема. Этот уровень против базуки, не потратив колбу. Thank you.
Да, без базуки здесь. Ну, точнее, без кобы здесь прям. Прям боль печать без кобы. Оценил бы 100 баллов говна, вот так бы я дал этой игре. Ну все, эти хуилы унесли, да я экраном даже не открылся, но они уже украли как бы колбы все. Ну, блядь, ну вот как я должен успеть, блядь, так, чтобы эти челы не украли колбы? Ну, блядь, вот объясните мне, блядь, просто. Здорово, дурки. Пиздец. Да, уже нихуя нет. Ну вот как в эту хуйню играть, вот объясните мне. Вот реально, ну это же говна кусок, а не игра, блять. Ну. Все, нету нихуя уже. Ебаная хуйня, ладно, я сейчас запущу этот ебаный пароль на Сеге, может быть на Сеге, блять, они там, у них мозгов больше было, я хуй его знаю. Потому что там этот босс не такой ебейший, блять, я не знаю.
Бля, тут ром американки нет нормально. Какие-то B1, C, C. Так, ладно, где там пароль? Я понял, нахуй, как мне выйти, блять, отсюда, нахуй. Заебись. Зашел в опции, можешь до свидания. Охуенно просто. Пиздатая игра, блядь. Зашел в опции, все, управление, нахуй, сиди, дрочи 6 часов, там больше ничего нельзя сделать. Не подходит пароль. Всего понятно, ебейшая игра. Этот, сука, хуило просто в упор подбегает. Ты с базуки его, конечно же, не можешь разъебать. А он тебе просто в упор нахуй подходит. Ну охуенно же, блядь. Не, ну это ж пиздатая игра. Вы чё, мужики? Охуенная просто, блядь. Лучшая. Thank you.
блядь. Я не знаю. Это хуйня, блядь. Блядь, как мне взять эти колбы, ёбаные? Вообще непонятно, блядь. Алгоритма нету, нахуй. Сейчас уже спиздили базуку в самом начале. Я еще даже не успел туда зайти, уже нету базуки, блядь. Как вам такое? Все, базуки нету уже. Ну, колбы тут, само собой, уже все попиздили уже. Час назад, еще до того, как я зашел, блядь. И он исчез за экраном, да? Ну клёво, чё, бля. Охуенчик вообще. BNYZ, ну сейчас проверю. Да, жаль, только в сековской версии нельзя стартануть. Хуёвенько, конечно. Но ничего. Ладно, поебать надо с сековской версии. Что за игра? Ну хуй его знает, если что за игра. Может, блядь, написано на стриме, я не знаю. Может, не написано. Да не, Ник, ты что, тут все в чате проходили. Изи игра. Очень хорошая.
попробуем по-другому. Отсюда, но я не уверен, что мы здесь что-то сможем забрать. Ебейшее говно просто, блять. Ну я уверен, что из этого уровня будет еще хуже хуйня, потому что дойдем с одной жизни, блядь, ну будет чуть-чуть побольше оружия, но все равно будет ни о чем. Ну что, тоже всякие червяки, хуйки, блядь, и тому подобное дерьмо. Чё же босса непонятно, сколько жизни, блядь, чем его бить, блядь, это все ж как бы... Не, в пизду не хочу даже, блядь, начинать с этого уровня, блядь. Лучше, блядь, здесь попробую с огнем, блядь, У тебя первый уровень такой, Гоша? Потому что это, блядь, уже 46 уровень, а не первый. Поэтому вот такая вот разница, понимаешь?
Бля, пацаны, вот как вам, блядь, объяснить вот по-человечески? Сложных игр не бывает. Бывает кривое говно. Вот эта вот игра, она не сложная, это просто кривое говно, в котором хитбоксы, блядь, вообще просто из жопы взяты. Здесь нет ничего сложного в этой игре, блядь. Вся проблема в том, что ты хуй можешь управлять игрой, блядь, процессом. Понимаешь? Вот и вся проблема этой игры. Как и проблема всех остальных. Вот я базукой стрельнул. Она нахуй просто, блядь, в воздух. Вот и вся проблема этой игры, блядь. Потому что здесь хитбоксы, блядь, из одного места растут. Видишь, опять я просто, блядь, промазал, нахуй, куда-то. Просто в хуйню в какую-то стрельнул, блядь. Ну вот, как бы. Да, Патрик, твой слабый стример, это факт. Говноед колбу взял, за экран унес, ну как бы заебись. Ну, просто мы сегодня купим Cuphead DLC на этом, как его, на харде. Мы сегодня пройдем ее, блядь, просто нахуй, в два клика. Чем вот это ебейшее дерьмо. Потому что в Cuphead, блядь, управление человеческое, понимаешь? А не вот это вот, блядь, через жопу, нахуй. И половина таких, как ты пишешь, Патрик, стримеров, они, блядь, на харде даже браться не будут за Cuphead, понимаешь? Вот и вся разница. Да, сегодня мы играем со зрителями в ВМК, поэтому все, кто желает рассказать о том, как они умеют играть там. Добро пожаловать, как говорится. Сейчас пиздец. Ты делаешь, что в Cuphead, бля, управление, понимаешь? В этом Cuphead, бля, что там на харде, что на нормале, поебать. Ты просто сидишь и разваливаешь. А здесь, блядь, ты сидишь и сосешь, блядь. Вот в этом-то вся разница, он колбу взял, унес за экран. Ну все, пиздец. Как мне ее забрать? Да хуй ты, блядь, а не заберешь ее. Ow!
Какие нахуй паттерны, блядь? Вы о чем нахуй? В этой игре паттерны, вы, блядь, наверное, перепутали эту игру, блядь, с чем-то нормальным, блядь, пацаны, вы чё? Здесь нет паттернов, здесь ты заходишь, блядь, а у тебя уже просто полкарты нету, блядь, того, что должно быть, всё. Пацанов нет на карте, но они уже всё спиздили, ну нормально. Все колбы, все жизни, все нахуй, все, уже ничего нет. Где искать, хуй знает, называется. Где мы от них теперь красную колбу-то найти, я не знаю, где. Таурус нам проходил, ты... Все мы ее проходили в детстве, блин, только потом... Когда начинаем играть, бля, да оказывается я только до 10 уровня проходил, бля, сори, пацаны, я думаю, я прошел. Бля. Руслан, какой последний босс, рассказывай. Да, у нас безудержное веселье. Пока Руслан не расскажет, какой последний босс, мы ждем. Ну так расскажи, как последний босс, что надо сделать с последним боссом, расскажи, вот ты же проходил всю игру, расскажи, как ты убивал последнего босса. Я ж хочу здесь советы человека, который прошел всю игру, что там за босс? Не, колбы я понял, босса, босса. Босса, что из себя босс представляет последний? Ладно, я понял, Руслан, ты уже давно просто проходил, я понял. Причем на изи это же было для тебя, правильно? Я понял, окей. Вопросов нет. Да в 6 лет проходили, это же понятное дело. Ну ладно, Руслан, иди хотя бы на YouTube посмотри, как последний босс, потом придешь и расскажешь. А то некрасиво получается. Базыки закончились. Смотрю еще раз карту. Здесь нихуя. Thank you.
Ну как они могут весь лут, ну просто, блядь, спиздить? Ну, блядь, ну как это? Бля, еще даже экран не открылся, они уже все это украли. Бля, ну это же реально какой-то ебейший, блядь, дебилизм просто. Я очень рад за них, что они ходили в клуб. Привет, Дима. Надо, значит, сейчас дрочить последнего босса, блядь, по-другому никак.
цели уровня? Нету цели уровня. Игра? Говна кусок, а не игра. Просто кривая хуйня, потому что все через жопу. Ну, так как бы... Ну, я не знаю, кто от этой игры может получать удовольствие. Ну, какие-то мазохисты, я хуй знает. Ну, потому что здесь нормальному человеку в этой игре делать нечего просто. Пиздец. Просто мимо кассы, блядь, запилился, блядь, базукой.
Ему научиться с базуки этих пауков валить. Потому что в тот уровень я тут слишком много теряю, если я без колба. Еще одна. А, две, еще одна жизнь зря с глазом косилкой, это, конечно, прям на топ. А, игра на изи проходит? Ну, я понял, да. Не
или просто нахуй застрял в этом дне. Хуже даже, чем раньше было, двумя холмами. Бля, мужики, я вот честно, я не понимаю, ну как бы, ну я как бы без приколов, вот то, что внизу написано, это как бы вообще нахуй, ну я, наверное, так понимаю, надо интерфейс перерабатывать. То, что внизу написано request, название игры, платформа, бегущая строка, это как бы, ну вообще не видно, да? Ну это как бы, ну не читается, я правильно понимаю? Потому что всегда заходят люди, спрашивают, это, а что за игра, какая платформа? Ну то есть это как бы, ну реально не видно или чё, бля? Но я так понимаю, что, ну, название стрима это понятно, всем на похуй, это как бы классика. Ну, блядь, по-моему, внизу написано, блядь. Ну, как бы, я хуй знает, реально не видно, что ли? Хуй его знает. Ну, короче, я так понимаю, я уберу вообще все это в камере внизу. Потому что, ну, вообще никто не читает. Ну, видишь, бегучку первый раз человеку сейчас увидел, блядь. Ну, то есть... Как бы реально нихуя не видно, да? Ну ладно, я понял. Не, я при чем? Я просто спрашиваю, потому что это как бы, ну, не один человек спрашивает, это уже как бы, ну, вопрос такой, как бы, постоянный. Поэтому я как бы спрашиваю, реально не видно, или это я просто думаю, что так видно, а на самом деле, ну, нихера не читается. Все-таки надо колбу заюзать. Без колбы, блин, говно дело. Блин.
блядь. Какое, блядь, уёбище, не игра. Ну вот вы спрашивали, почему эта игра, блядь? Я 8 раз стрельнул, блядь. Вот ответ на почему эта игра кусок говна, блядь. Ну что тут непонятного, блядь. Хитбоксы в игре, блядь, как хуй знает что, блядь. Да, серьезно, FR, блядь, наверное, поэтому, да, наверное, поэтому, конечно. Ничего, что я вчера в эту игру, блядь, еще тоже 10 часов отхуярил, блядь. Потому что игра говно, понимаешь? Если игра нормальная, то там нечего бомбить. Блядь, что я там заеду? Базуки завались было бы круто. Пусть знакомо, но это какой-то, блядь, Unreal. Блядь, развернись ты. Это не так, FR, в том-то дело, что вообще не так. Игра просто полная хуйня. И это не имеет никакого отношения к моему бомбежу. Там вроде если бьешь, типа, хит попадаешь тогда.
Ладно, все, я понял. Давайте, ребятки. Увидимся вечером тогда, давайте. Сегодня будет, по идее, Cuphead 19.35, наверное. Но если он выйдет раньше, короче, допустим, Cuphead тогда. Ну, имею в виду 19.35. Давайте, ребят, всем счастливо. Пока. Спасибо, кто смотрел, ребят, спасибо за поддержку. Сейчас куда-нибудь зарейдимся.